И у меня лаги начинаются, у тебя тоже? Жесть! Нет! Я даже стрелять не могу! Смотри, что происходит! Вообще жесть! Вот это... Так, Барлей? Привет, алкаш! Три предмета? Ничего, нету бравлера, отлично, ладно, еще давай. Отлично, нету бравлера. Есть, и кто? Эгей, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, и сегодня со мной Кирилл, мой сын, кто не знает. И вдруг вы лунтик, который свалился с луны. Это мой настоящий голос, если вы не знаете. Мы сегодня с Кириллом, в общем, на бомжатских аккаунтах, вдвоем Brawl Stars. В общем, мы сегодня будем качать, я буду качать Джесси, Кирилл будет качать Пенни. И в конце пооткрываем ящики, которые я уже накопил на этом аккаунте. Кстати, хотел показать, кто не знает, у меня уже тут 10 из 34 бойцов. Я в основном... этот аккаунт, видео по этому аккаунту делал на втором канале, который называется Кефир Бро. Кстати, тут еще есть клуб, который называется Бравл Бомж. Можете найти вот тег клуба и всего 1000 трофеев. Ну, короче, все для бомжей тут в этом клубе. В мой основной клуб, который называется Funny Games TV, и там нет места, то можете вступить сюда, пожалуйста. Также у Кирилла есть клуб, который называется Кефир Бро. Тоже можете найти и вступить. В общем, давайте сейчас поиграем. Накопим, я не знаю, там по 100 кубасиков первых на этих бравлерах. А потом пооткрываем. Тут, смотрите, есть особая акция. У меня подарок мегаящик, бесплатный ящик. И еще тут 5 больших и 26 маленьких ящичков. Ох ты, что сегодня за карта? Я даже не знаю. Короче, у тебя на какой силе, Пенни? Второй, и убил минус рикошет. Убил уже, что ли? Тихо, подожди. Баню, подожди. Вот тебе. Где он там? Вот он. А, все, до свидания. Все, минус Тима. Так, да, забрали. А, Тим? Да, а там... что тут, я не понимаю, боты играют, что ли? Да. Убивай. Кубков же мало. А, ну да, то, что у нас 0 кубков, короче, сейчас с нами боты в основном играют. Да. Так, и уже столкновение, серьезно, офигеть. Ладно, мы только начали вот вообще. Вот в эти кусты поставили пуш. Да, ставь. Ого, бука идет. Бука, до свидука. Так, все, буку уничтожили. Так. Ну и Джесси. Ну, ты ее сам порвешь, походу. Да. А, нет. А, ну, ну изи, первые кубышки, ребят, мы набрали вообще. Плюс 9, это просто что-то. Что за катка? Сейчас, короче, еще, наверное, пару ящичков. Ух ты, у меня лаги начинаются. У тебя тоже? Жесть. Нет. Я даже стрелять не могу. Мне тоже. Смотри, что происходит. Вообще жесть, вот это лаги. Помогите. Спасите. Уже Тима какая-то пришла, меня убивают, помогите. Что происходит? Тебя убили? Да. Удвои. А, нет. Нет, одну. Подождешь? Убей ее. Блин. А, я не могу, я на месте просто стою. Она сейчас хочет баночки забрать. Пошли, забираем. Ебой. Минус Тима. А, Кольт. Кольт, а ты пошился. Пошли к моей пушке. Вот они. Так, я ставлю тоже пушечку. Давай. До свидания. Ой, прости. Что? Как это она меня убила? Я что-то не понял. Чересчур быстро. И там вон баночка. Иди пока баночку-то добывай. Ладно. А эту мы заберем потом. Ты потом туда пойдешь? Да. Ты это добываешь? О, еще одно. В дыму, смотри, банка. Не, ну лучше не надо. Так, надо, добывай. Все. Забирай, я пошел. Да, блин. Да, ё-моё, что такие лаги, а? Жестко. Вроде бы все закрыли, ничего не должно. Так, у меня 2, у тебя 8. А, вон, у меня примыч. Выноси его нафиг. А, ну, до свидания. Примыч, да. А где еще кто? Роза, наверное. Что-то вообще никого не видно. Кто, где стоит, крысит кто-то или что, я что-то не понимаю. Я думаю, вот в этих кустах. А, вон, Артемка. Привет, Артемыч. До свидания. Да, Прима уже ТП-шился. Да нет, интернет. Что? Что это было? Там сразу 2 круга было. А, нет, это из-за лаг. Как будто бы опять начал этот... Игра Рико появляться, но нет, это лаги, это просто лаги. 100 кубков будем долго собирать. Ну, не так, что, чтобы долго. Да, блин. Лишь бы лагов не было, вот сейчас вроде бы нету. Нормально, ничего. Так, ты добудешь? Да, успеешь? Да. У меня, правда, но не вторая сила. А, у меня тоже сила маленькая. 4. Ну, короче, бомжи вообще, у меня ни денег нет, ничего, не прокачать никого не могу. Так, меня душат. Жесть. Так. Да боже мой!
Тебя кто? Тебя Нита? Нита! Меня... Блин, меня Карл уничтожил просто. Убивай Ниту, убивай. Да. Банка моя. Тико. Тихо, ты, тихо. Или примыч? Надо. Или примыч. Так, 4 секунды, 3, живи, живи, живи. Блин, да что я умираю второй раз подряд? Так. Давай его уничтожаем. Убивай его, ставь турель. Да, 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 да. Есть. Что тупая турель не стреляла даже. Пипец. Моя? Не, моя, я ее поставил, она даже никого не стреляла. Она смотрит, как мы сражаемся. Ей по барабану. О, здрасте, Барли. Она отдыхает. Потолок покрасьте. О, добрый вечер, я диспетчер. Давай, уничтожаем. Так, там Нита. С одной тычки просто я вынес. Так, отлично. Ну, мы можем вообще здесь оставаться, пусть к нам идут. Я вот так вот как-нибудь ставлю. Чего мы должны кому-то идти? Пусть они к нам идут. Да, да, чё? Пусть ищут нас. Пушка отдыхала твоя, теперь наша очередь отдыхает. Там Барли, что ли? Здорово, Барли. Ну, изи. Так, Барли, ты что? А, ты тоже? Та-та-та-та-та! Бомжи сейчас вынесут. Да, бомжи тащат. Ну, она меня чуть не убила. Хорошо, что она на тебя переключилась. Всех порвем. Так, отлично. 27. А у меня 5 ранг. 27 кубышек у меня. Еще каких-то 73 кубышки и все. И до свидания. А мне 50 еще. А, у тебя уже были кубки, да? Да, 27. У тебя не с нуля ты начал. Так, ладно, ты лучше иди там вверху по 2, по-моему, банки. Да. Ты же можешь сразу дамажить. Офигеть, какой урон. Так. Все, блин. Я сейчас быстренько добуду. Так, давай, все. Блин, какая же долгая зарядка у Джесси, а? Да, офигеть. И у Пенни тоже. И у Джеки тоже очень медленная. Потому что у них, видишь, есть как урон, бы... Урон, наверное. Урон с пассивкой, скажем так. То есть... Так, вот до свидания. До свидания, да. Джеки! Пиу! Ох, отлично. Сколько ты там вынес? Одного. А, Джесси не умерла, сейчас. Да? Так, Барли. Привет, алкаш. До свидания. О, попо. Я убил Джесси! Своей да, и да, и это появилось, Пенни. Пока. Так, отлично, есть. Шелька, 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 смотри, мочит. Блин, у меня тут этот. Моя пушка убила. А у меня тут Эброк, который еще умрет. Так, 11 банок. Так, умри, еще, умри, живой? Умри. Все, что ли? Нифига себе. Что-то Кирилл там затащил, короче, вообще изи-катка. Не знаю, что случилось, я даже не видел. Так, ладно, окейшки. Давай дальше. Ну, я надеюсь, что мы сможем победить. Сейчас просто изи, как бы 100 банок набрать, мне кажется, вообще легко. Так. Ну, не 100 банок, а в смысле 100... 10. 100 кубков, этих, 100 кубков, да. Ты всегда путаешь. Да. Ух, вот это да, вот это минус сейчас, Тима. Сейчас. Давай, пью, давай, пью, давай, пью. Давай. Ух, еще минус Тима. Чего они так мало банок нам дают? Ну, по, видишь, у них давай, с двух сторон. Пока. А, ну ты его сам уронишь. Да. Так, че, так, я поставлю так. Опять сюда турель? Ой, здравствуй, здравствуй. Надо а, все, отлично. Поставить. Ну ладно, и так сойдет. Да я просто думал, что вдруг я не смогу его убить. Здесь 5 баночек. Ой, бью, здорово, бью, бью. Здорово. Это, наверное, самый сильный враг, который у нас был. Ну, да, вот наверное. Потому что мы просто тупо всех выносим. Да. Просто я всех как, вынес. Как спецназ, вламываемся в дом, выбиваем двери и все, и всех на пол, мордой вниз, блин, в пол. То есть я всех вынес. Ну да, да, да. Пьем. Я Джесси. Не, а в начале у меня, помнишь, там сколько вынесли? Я Джесси. Короче, я попал в кольца, и та пулька, монетки попали в Джесси, она была далеко. Так, ладно, окей, поехали дальше. Пиу-пиу-пиу-пиу. Может, у меня какие-нибудь ящички будут? Возможно, кстати, мы с Кириллом уже какой раз собираемся, ребят. Да, серьезно, уничтожай. Спеешь? Да. Ох, красавица. Что ты хотел сказать? Что мы собираемся сколько уже с тобой постримить, да, ну, вдвоем. Не знаем, как получится, не получится. Ребят, вообще напишите в комментариях, как вам такая идея. Хотите ли вы вообще стрим? Насчет там вебок можете не писать, потому что наши лица вы можете на втором нашем канале спокойно увидеть. Правда, в последнее время мы что-то без вебок снимали в основном. Ну, да. Ну, последнее там видео. Тоже с каналом что-то сегодня не очень хорошо, как бы... Может, даже на это пойдет трансляция на Кефир, бро? Но это не точно. Нет, скорее всего, трансляцию либо здесь буду, либо вообще, я думаю,
открыть. Ой-ой-ой-ой, отдельный канал. Да, отдельный канал создал. Да как? Умри. Ты серьезно? Блин, как он меня вынес? Брок. Это жесть, вот уже начинается. Ой-ой-ой. Живи. Лучше его сюда заманивай. Да, пусть он поближе. А, смотри. Живи. Блин, затащил просто на последний их там, не знаю, хпшек каких-то. Ага, у тебя 100. Не, я тогда дальше поехал. У меня 72, мне еще 28 кубков. Так что вот, ребят, насчет стримов. Ну, не обещаю, что в ближайшее время, конечно, я их запущу, но вообще, пишите, как вам такая идея, потому что скоро Shadow Fight закончится на канале, и я его не планирую больше снимать, потому что, ну, честно говоря... Что? Роза с Эль Примасом. Пипец, а вы в одной тиме, что ли? Да, не в одной тиме. Два танка будут. На, держи. Мне кажется, у них много банок будет, если я сейчас успею. На, держи. Давай, добиваем. Пью. А, пока танки. До свидания, да. Это за то, что убили. Тима, блин. Не, стоят что-то, ждут, пока я в них настреляю. Вот. Это за бомжей отомстили. Так вот, короче, насчет Shadow Fight, я его больше не... Давай вдвоем этого лить. Тихо! Просто... Давай паровозиком вдвоем. Ох, отлично. Там, ой, шелест шестью банками. Все, там может, шелест договорить. Шестью банками, тогда вот сюда ей пушечку. И вот сюда ей хлопушечку. А, ну все, до свидания. Убила. И я чуть не умер. Я умер. О, ну отлично, все, я затащил. Вот, так что Shadow Fight больше не будет, ну, в том плане, что я его пройду, естественно, бомжарское прохождение сделаю, и больше я его не планирую снимать, потому что, ну, реально, я хочу от него отдохнуть, а мне надоело уже просто, наверное, будет больше Brawl Stars на канале, не знаю, подумываю еще насчет Робокса, вернуться в Робокс, но, может быть, Робокс мы будем снимать на втором канале, неизвестно, короче. Или, может, другое создадим. Да, ну, в общем, вот такие вот пока идеи, ребят, пишите, я не знаю, предлагайте, может, свое что-то в комментариях, идеи. Если вам, если вы неравнодушны, скажем, к тому, чему я занимаюсь, тому контенту, который я... Ну, как контент? Это не контент, конечно, это больше развлечение такое. Я, честно говоря, не созидаю что-то такое сверхкрутое. Я просто прикалываюсь и записываю это, и все. Вот больше я ничего не делаю абсолютно. Какой-то сверхзадачи у меня там хайпануть или еще нету. Я практически никогда этим не занимался. Никогда. Минус Джеки. Давай. Блин! Кто? Мажорика. Серьезно? Убегай. Ставь турельку и убегай. Да. Так, отлично. Убивай. Подожди. Так, появляйся, да. Так, давай. Там Барли? Забирай. Да, есть. Так, сейчас я им туда турельку могу, в принципе. Да. Давай. Да. Да как бы ты достал? Давай. Пипец, 12 банок. Ой, триндес. Это триндес. О, как ты уклонился, классно. Красавчик. Сейчас я появлюсь, я буду как... Сейчас. Жестче. Давай. Можно ее попробовать? Можно? Да, Шелли, ну отстань. Ну ты, господи. Да, отстаньте его. Да, прикрой. Жесть. Не, мы слили, да, эту катку. Блин. Это жестко. У них много банок. Да, убит 12. Да, убит там 12. Ну ладно, второе место, в принципе, неплохо. Плюс 7 баночек, нормально. Я уже запутался в этих именах. Джесси, Джеки, Джеки Чан, блин. Пиу. У меня тут Дина, Майк и Биби. Блин, у меня там Барли забрал. Пиу. Да ты бесишь, Биби. Ну почему именно ты за мной? У меня Барли забрал все. Дина, Майк. Блин, я ХП, оказывается, был. Я даже не обратил внимания. Добывай банку и убивайся нафиг. Да. Так, ставь пушку тут. Сейчас. Нет, там далеко будет. Надо в середке где-то поставить. Середки. Окей. Вот тут где-то поставь, да. Не, я сюда куда. Вот тут. Ну да, вот в этих кустах ставь, это середина. Ставь там, здесь. Сюда. А, ну или там, да, без разницы. Ага, так, просто окей. 7 банок, классно. Не, ну мы можем его, в принципе, завалить. Отфигачить. Да. Тима. Так, давай. Пиу. Минус. Есть, отлично. Тима. Фу, хорош, Тима. Так, у меня тут Биба. Биби. Ты живой? Я убил Шелли. Я живой, но у меня Биби.
Блин, она хпшку восстанавливает. И динамайк, до свидания. Ух, ебой, затащили, блин. Жестко что-то было, ну ладно. Все, 100 кубков есть. А что так жестко на 100 кубков? Что-то я не понимаю. Так, ладно, выходим. Отлично, сколько там мне? Плюс 10. Блин, 29, смотри. Чуть-чуть не хватает, чтобы было 30. Ну хотя, смотри, если здесь вот этот подарок рассматривать, то тогда у меня 30 ящиков маленьких. Ладно, начинаем, короче, открывать. Два предмета. А, ну ничего нет, просто прокачка. Я уже отвык, что такие два предмета, потому что на моем основном канале вообще ничего. У меня на пути к славе еще куча всего. Смотри, опять два. А, ну ничего, да. Ничего. И у меня так, еще есть подарок. Кого качнуть, а? Сила, смотри. Смотри, ты Ниту должен дальше прокачивать. Ниту? А, ну не хватит. Ну Ниту, да. У нее и так сила 5. А, вот, можно Була прокачать. Була, наверное, да. Все, я вкачаю Була, да. И потом буду... Монетки. Ух, монетки. Еще сила. О, так, ну теперь в Джесси, да, наверное. Все, хватает тоже так, прокачать. И чуть-чуть не хватает, смотри. И, кстати, первые 1500 на аккаунте, ребят. А у меня 1300. Так, ладно, начинаю открывать ящички. Хотя бы сверхредки. Может быть и кто-то выпадет. А прикинь, если Джеки выпадет, вообще было бы круто. Так, я сейчас, наверное, 10 ящичков здесь открою, потом открою 5. Большой, да? Да, сейчас вот до 20 дойду. И два больших, да, наверное, открою. Оп, оп, и давай, еще. Оп, оп. И еще последний. Блин, хоть бы ничего не выпало, потому что... Да, ничего не выпало. Отлично. Теперь открываем большой. Смотрим. Три предмета. Ничего. Нету бравлера. Отлично. Ладно, еще давай. Отлично, нету бравлера. Есть! И кто? Роза. Блин, ну нормально, нормально. Роза редкий. Четвертый из четырех. Я уже всех редких выбил. Да, а у меня только 10 бравлеров. Классно. 11-й бравлер, ребят. 11-й. Так, ну что, поехали дальше. Опять 10 маленьких. Блин, если сейчас выбью 3 бравлера, я просто заору вообще. Джеки, может, даже... Давай еще 6, так, 5, 4, 3, так, да, осталось, короче, 2 ящичка. Еще выпадет какая-нибудь лего. Давай еще. Вначале, когда ты создаешь аккаунт, там на лего шанс 13. Так, так, так. Давай открываем. Не забудь, больших. У тебя еще большой мега ящик есть. Да, у меня еще и мега ящик есть в подарок. Первый, самый на твоем бомжа. Давай, еще. Ничего. Еще. И последний, давай. Все, сразу третий открыть? Давай, сразу третий большой ничего. Открой. Ничего. Обидно. Так, блин, может мега ящик сейчас открыть? Давай, давай посмотрим. Сразу. Шанс, какой вообще, что-нибудь выбить сейчас. Шанс, ребят, посмотрим. Так, смотри, редкие уже все 0, сверхредкие 1.2, эпический 0.5, мифический 0.2, легендарный 0.11, мало, да? 0.1 или нормально? Нет, нормально. Да, неплохой, мне кажется, тоже шанс, да, ребят, ну-ка. Можно выбить хотя бы. Или давай еще маленький откроем. О, нормально. Не, пока не выпал еще один маленький, чтобы еще шанс поднять. Все, больше не буду рисковать. Все, поехали. Мега ящик подарок открываем. Сколько прилетело? 5. 5. Блин. Да блин. Вот фигня. Мне тоже с подарочного 5 выпало. Нифига, короче, мне не дали. Ну ладно, я хотя бы... Смотри, 33 генома уже у меня. Я ничего не делал. У меня 20. У меня 33 генома. Ладно, открываю остальные. Окей, 8 ящиков. Да, хотя бы одного бравлера выбил, и то не жалко уже. Ну, не обидно, вернее. Ладно, кликаем дальше, что там, еще 3, может, еще что-нибудь выбить. Мне, блин, хочется Джеки выбить. Надеюсь, что я на основном аккаунте своем выбью. Когда-нибудь выбью. Да. Все, нифига. Ничего. Ну, окей, ребят, вот такая вот серия получается, что, ну, Роза, новый бравлер на бомжатском аккаунте, то есть на этом аккаунте я абсолютно без доната прохожу. И у меня есть еще подарочек. А, ну да, открою. У Кирилла там подарочек. Ходящий, ну, вот такое. Ну, просто мы привязали, барли, да, суперсел, у него волшебный барли. А у меня, кстати, барли... А, да, мне, по-моему, тоже дали, да, волшебного барли? Да, вот он и есть, волшебник барли. Мне тоже. Все. Ну, а, все, у меня ребят. Еще и награда есть. Ну, забираю. Ерунда, так, это очки силы, сам уже качаешь. Все, ребят, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки свои, большие пальцы вверх. Пишите, значит, в комментариях, предлагайте свои идеи. Вот. Ну и не болейте, сейчас очень тяжелое время. Желаю вам и всем вашим близким здоровья и долгих лет жизни, ребят. Не болейте, берегите себя, сидите лучше дома,
не посещайте всяких мест, где много скопления людей. Вот, лучше переждем, лучше посидим и поиграем в Brawl Stars.